В прошлом году на территории Зауралья работало 8 санаторно-оздоровительных лагерей. В этом году их стало меньше на 2. Это связано с закрытием Соснового Бора и автомобилиста. Оба находятся в частных руках, поэтому их работа зависит только от собственника. Сократился лагерь Сосновый Бор, Катайский район, потому что собственник, так там у этого лагеря был Катайский, и есть Катайский насосный завод, соответственно, сокращение по их инициативе, потому что процедура ликвидации происходит. И сокращение санаторно-оздоровительного лагеря «Автомобилист», который находится в частной собственности по АТ-1, и естественно, что открытие этого лагеря зависит только от собственника. Путевки в эти лагеря не продавались, а значит, на отдыхе детей это не отразится, уверяют в областном департаменте образования и науки. Всего в этом году на летнюю оздоровительную кампанию для детей планируется потратить более 250 миллионов рублей. Это позволит охватить 58 тысяч несовершеннолетних от 6 до 17 лет. Всего в регионе в 419 оздоровительных учреждениях будет работать 4500 специалистов. Сегодня идет активная работа управления Роспотребнадзора по Курганской области. Задания, выданные лагерям специалистами на 13 мая, были выполнены на 78%. В основном это связано с тем, что косметический ремонт будет до конца мая сделан и прочее. То есть таких серьезных крупных замечаний нет, они все исправлены. Алексей Старцев, Валерия Мельникова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов. Информационное агентство «Курган.ру».